Глава республики Рашид Тимрезов встретился с начальником главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александром Голоколенко. Обсудили вопросы, поднятые на встрече с главой МЧС России Александром Куренковым. Рабочая встреча, с которым прошла в Москве. Александр Федорович доложил о готовности территориального органа к реагированию на сезонные риски, в том числе и обеспечению безаварийного пропуска весенних паводков, а также к пожароопасному весенне-летнему сезону 2024 года. Также рассмотрели вопрос обеспечения безопасности туристов и гостей, прибывающих на наши всесезонные курорты – Домбай, Тибердархыз, которые также востребованы в весенне-летний период. Отдельно затронули тему социальной поддержки сотрудников МЧС России в Карачаево-Черкесии и спасателей-добровольцев. Рашид Тимрезов поручил держать данный вопрос на особом контроле и поблагодарил сотрудников министерства за профессиональную работу и качественное решение поставленных задач.